Всем привет! Вы на зеленом канале и с вами я, Алексей. Сегодня я хочу показать вам, как сварить правильный турецкий кофе. Мы сходим с вами, посмотрим, вот в какой подарок можно привезти из Турции. Ну, вот такие наборы, там турочка, кофе, вот такое. Посмотрим, где такие наборы продаются, что можно купить, привезти в подарок, да? И как правильно сварить вот из этого набора турецкий кофе. Ну, или какой кофе еще плюс с собой привезти, чтобы на этой турочке как бы сварить правильный кофе по-турецки. Первый магазин, где я посмотрю наборы вот эти подарочные с турочкой и кофе, вот в шоке. Здесь может не быть, но кофе здесь точно будет. Я покажу, какой кофе можно взять, привезти с собой. Ну, без турочки. Кофе, которое привозить, вот. Вот это вот покупайте. Вот такое. Оно стоит 7,25. Вот Мехмед, 70 рублей получается. Вот такое, или 1 доллар, грубо говоря. Вот такой пакетик с кофе. Взял вот сахар и взял вот этот кофе. Если я даже не найду вот такую подарочную турочку, то как минимум вот такой кофе уже в подарок привезти. Отличный будет подарок и очень вкусный кофе. В шоке, такого набора не оказалось, поэтому сейчас я перейду в магазин Migros, там скорее всего будет. А если нет, то вот в туристических мелких магазинчиках, где продают сувениры для туристов, там скорее всего будет. Так, вот мы пришли в Migros и сейчас здесь посмотрим. Сразу давайте пойдем кофе. Тоже продается вот это вот кофе, 7,25, также стоит, как и в шоке. Кстати, вот такой кофе продается, я видел и в Казани, и в Екатеринбурге продавали в Пятерочке и в специализированных магазинах турецких продуктов. И чашечки есть вот такие симпатичные по 19,95. А турок что-то я не вижу подарочных. Здесь вот такие турочки есть, видите, за 56. То есть электрическая, как чайник. Не надо на плите ставить. Кстати, как вариант, почему бы нет, вот такой подарочек привезти. Или вот такую вот кофеварочку. Классно. Что привезти и подарить, да? Ну, или себе вот, чтобы вспоминать эти теплые дни, проведенные в Турции. Вот такие наборы, это сахар. Вот представляете, да, вы там приехали с отпуска, там, например, осенью, да, или вот там зимой заварили турецкий чаек, вот примерно такой, который привезли, и кинули вот такой сахарочек, вспоминая о теплом море, ласковом. Вот сейчас я захожу в магазин. Таких магазинов сувенирных очень много по всему побережью, в принципе, в любом курортном городе, где можно купить от чемодана, там, зонтика и различную бижутерию можно. Вот здесь вот продаются такие вот подарочные наборы. Ну, это вот, в принципе, я говорю, в любом магазине на побережье вы сможете увидеть подобные магазинчики, где можно купить кальян, например, да, всякую бижутерию. Вот, и здесь же можно купить вот такую турочку подарочную, да. Я выбрал вот такую турочку, вот, за 65 лир, вот такую возьму. При покупке турок смотрите внимательно, видите, я то, что купил турку, она вот тут протекает. Так что смотрите внимательно, могут вот такую вот фигню продать. Пойду менять. Ну ладно, сварим кофе сейчас в другой, не в турке, а даже это и лучше. Вот в таком вот молочном ковшечке сейчас сварю. Это еще доступнее становится такой рецепт кофе. Вот какой у нас сегодня тут ураган идет. Ничего. Море вообще, даже туда идти, просто волнами, да вот сверху, с крыши фактически. Вот такой вот здесь бывает ветерочек, он будет один день у нас, такая погода будет. А завтра уже более-менее успокоится, идет южный ветер, смена погоды на более теплую. То есть такая зимняя погода, она вроде как заканчивается, я посмотрел, ну относительно, конечно. Так, значит, открываю кофе. Вот называется Мехмед. И начинаю готовить. На одну вот такую чашку, ну вот на одну такую чашку, нужно одна ложка полная, вот такая чайная. Кофе с горкой. Вот так, раз. И вот так, два.
Можно будет даже без головки вот так. Потом наливаем воду. Сколько надо воды, очень легко отмерить. Я просто беру в чашечку и наливаю вот ровно сколько надо мне. Одна чашечка, так. Чуть-чуть не доливаю до края, потому что будет пенка. Чтобы была пенка, вот чуть-чуть не доливаю, вот так. Все, вот воду налил, ставлю на огонь. Секрет турецкого кофе, помешиваю в процессе. Секрет турецкого кофе, что разливаем сразу. Я еще сахар кидаю, значит, на одну чашечку один такой вот турецкий сахарочек. Если две чашечки получится. Все, теперь мы ждем, когда она только начнет закипать. Как только начнет закипать и пойдет пена, сразу сливаю уже в чашечки. Собственно, вот и весь секрет. Не надо кипятить, не надо. Как только пена начала подниматься, все, сразу разливаете в чашечки. Да, турка, конечно. Прикольно у меня получилось туркой, да? Ну, вот сюда поставлю, пускай поучаствует он таким антуражем, да? Реквизитом. Все, сейчас уже закипает. И разливаю по чашечкам. Получается очень такой нежный кофе. Во-во-во, уже начинает. Во-во-во, сейчас. Все, пошла пенка подниматься, сразу сливаю, сразу. Вот, раз. Видите, какая пенка получилась? Два. Замечательно. Как вы видите, пенка получилась у нас очень плотная. Как и должна быть в турецком кофе, в правильном. Видите, сливочная такая. Вот и весь секрет турецкого кофе. Видели, какая сегодня погода на улице? Такое ураганище. Самое то, вот взять теплый, даже горячий, с пенкой турецкий кофе. Красота. Это, конечно, я варю в кофемашине. Кофе, это в турке я специально для вас. Сейчас вот такая вот окко старенькая работает. Ну, получается турецкий кофе. Ну, как вам рецепт такого замечательного вкусного кофе? Если рецепт понравился, то поставьте лайк этому видео, поддержите канал. Кто не подписан, подпишитесь. И поставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И до встречи в следующем выпуске.